Жух. Привет, друзья, подписчики мои. У меня на столе гора мусора, не удивляйтесь, это у нас Among Us. И еще у меня вот такая вот появилась игра Among Us. И сегодня я дооткрою 8 штук из той коробки и покажу вам такую приколдесную игру. Я обожаю разные аппаратики, у меня есть хватайка настольный, и теперь у меня есть вот такой вот Among Us игра. И вы знаете, она смотрится довольно прикольно. Она никакая не жуткая, не мерзкая по качеству пластика, вот чисто а-ля фикс прайс. Это выглядит достойно. Более того, она музыкальная. Так, батарейки... Да, батарейки ракета у нас в комплекте идут. Это интересно. О! Оно включилось! У нас есть молоточек, и он предлагает нам Let's Play Together. Давайте попробуем поиграть. Ага, поехали. Ха-ха-ха. Слушай, на самом деле, это успокаивает. Это я не попал, да, получается? Подожди, ошибка. Ошибка. 3 ошибки. 4 ошибки. Получается, у нас есть 5 ошибок. Бай-бай. Так, а эта музычка пошла. А вот это что? Поехали. А, я разобрался в правилах. О, а можно и так, кстати, можно вот так играть, смотрите. Давайте попробуем без ошибок поиграть, узнать, сколько здесь вообще времени дается. Походу без... Ты awesome, твой... 20 points. Вторая игра. Подожди, давай подожди, тут прям система целая. Так, ну подожди, это начинает интересно быть. Так. А, всего 40 очков. Окей, поехали. Третий раз сейчас сыграем. Не, да, они, в принципе, игра работает, игра идет, но никакого сверхъестественного... То есть не убыстряется... А, нет, смотри, можно проиграть, если замешкаешься, но все равно это не критично. Points с одной ошибкой. Все понятно, короче, игра приколдеса, поставлю себе на полку, мне это очень нравится, буду играть, успокаиваться. Ну, а я возвращаюсь к нашим, к нашей коробке с лолами. Давайте продолжим ее открывать. У нас остается 8 штук, я думаю, вы все прекрасно знаете, что в этих яйцах. И я, вы знаете мое к ним отношение, что я супер не хочу это открывать, мне супер не нравится все это делать, это прям мерзкая игра, потрясающая, как так можно, где-то хорошо, а где-то плохо, игра приколдесная, прикольно, с Among Us'ами я такую штуку люблю. Так, а у нас тут получается кто? Желтый Among Us и вот такой набор деталей с ним, набор деталей и приколюх. Давайте, куда только потом это девать, я просто не представляю. Вот честно, это тот контент, за который есть цена. То есть ты потом, вроде выкинуть жалко, ну потому что ты же купил как бы. И вроде бы и отдать стыдно кому-то, потому что такая лютая дичь. То есть прям, вот не хочется это кому-то отдавать вообще. Так, о, у нас повторка, такого мы чувака уже видели. Нет, друзья, я, наверное, не выдержу, я... Нет, мы должны открыть все, потому что, ну, как иначе? Лол Among Us, это же победа, вообще победа, как иначе. Поехали, давайте открывать. Текс.
Ребят, опа. Я не помню уже, красный был или нет. Вот такой красный. Я уже не знаю, зачем я это открываю, правда. Это такая дичь. Это вот серьезно, я это купил? Как вы думаете, за сколько я это купил? Лучше бы я на эти деньги купил что-нибудь другое. Это прям... Что-то надо было брать, надо было на игре останавливаться и не покупать ничего больше. Игра прикольная. А вот это уже какая-то вся... дичь. Так, у нас рыжий. Рыжий из... А, ну давай, ладно, окей, я это сделаю. У меня остается всего 3 шара. Я просто обязан их открыть. Мне понравилась игра Among Us. Прикольно, в этом что-то есть. Что-то, знаешь, необычное. Не просто там игрушка, не просто лего, не просто фигурка светящаяся музыкальная. Так, зеленый. А что-то в этом все-таки есть. Вот игра прям топ. Я лучше буду играть в игру. Вот, чем открывать эти вот... Я не знаю, кто это производит, для кого. Я не верю, что кто-то реально обрадуется такому шару. Что кто-то скажет, да, круто, то, что нам надо, покупай еще, давай больше распаковок на LOL, Among Us. Не, я бы это отправил, как ее зовут, девчонку тоже снимает, под 40 ей, 40-летняя, забыл, Вики Шпатраус, как же ее звали, ну, короче, бабочку у нее на аватарке, вот я бы ей отправил, она любит такую дичь, она ее сама делает, постановы снимает, вот, и вот это вот не постанова, и вот это вот прям ее контент чистый. Я прям ей отправлю это. Вот я знаю, куда эту гору мусора делать. Я ей отправлю. Вики Штраус, пиши адрес, я высылаю. Потому что, ну, типа, это ужас какой-то. А, Вики Штраус. Конечно, это вообще дичь. Просто дичь. Что это за ерунда? Не могу, нет, не могу, не буду, не просите. У нас снова рыжий Among Us. Вот. Почему они все розовые? Ну, что это? Это же пацанская игра Among Us. Это же для пацанов настоящих. Не, девочки, то... Не, надо идти потом мыть руки с мылом, с зеленкой, с перекисью. Потому что что-то мне не нравится, как это все выглядит дело. Зря я это купил. Да, лучше бы я в кафе сходил, на эти деньги сходил. Так, ну, о, слушай, а у нас синий безрукий чувак. А, не хочу, это мерзко. Все. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на динь-динь-дон, диги-дон, самый лучший лишний гамош. Огромное спасибо, что были сегодня здесь со мной. Всем удачи, всем пока-пока.